Здарова, народ, меня зовут Костя, и добро пожаловать в новый туториал по Sony Vegas Pro 13. Давайте смотреть. Итак, ребят, как вы поняли, темой для нашего сегодняшнего урока будет винтажная цветокоррекция. Для того, чтобы сделать винтажную цветокоррекцию, нам нужно иметь при себе вот таких вот три цвета. Импортируем эти три цвета к нам в Sony Vegas. Напоминаю, что они должны быть в размером соответствии с нашим видео, то есть 1920 на 1080 в моем случае. Создаем три видеодорожки. Кликая правой кнопкой мыши на любую область в Vegas, создаем видеодорожку или Ctrl-Shift-Q. Перетягиваем наши цвета над нашим видео вот таким вот образом и растягиваем по его размеру. Готово. Все, что осталось сделать, это изменить режим наложения для каждого из цветов. Для желтого используем светлее, либо lighting, если у вас английский. Для синего screen или экран. И для розового то же самое экран. Смотрим, у нас получился белый цвет. Следующее, что нам нужно сделать, это изменить полупрозрачность для каждого из цветов. Вот таким вот образом. Перетягиваем. И, как мы видим, результат уже дает о себе знать. Итак, давайте посмотрим. Вот такой вот простой урок я подготовил сегодня для вас, ребят. Если вам понравилось это видео и оно вам было полезно, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх и напишите комментарий, что бы вы хотели увидеть в следующем выпуске. Спасибо за просмотр, всем пока!